Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова, и сейчас у нас будет очень полезная информация, а конкретно будет обзор каталога номер 9 компании Oriflame. Это видео будет особенно полезно новичкам, кто только-только делает первые шаги в создании клиентской базы. Сейчас в обзоре я вам не просто расскажу о продукции, полистав каталог, я по максимуму покажу вам все, чем пользуюсь сама, дам рекомендации и также рекомендации не только по продукции, а по тому вопросу, как создать клиентскую базу и размещать заказы как минимум от 150 баллов и выше, 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 чтобы получать максимальные выгоды, которые дает нам компания Oriflame. Итак, приступайте к просмотру. Если будут вопросы, пишите потом в комментариях. И если видео полезное, в конце поставьте лайк, не забудьте. Приступаем! Каталог номер 9 начнет свое действие с 24 июня и закончится 13 июля. Очень красивая обложка, такая динамичная, позитивная. Итак, что интересно в этом каталоге? Сейчас все расскажу и покажу кое-что из того, что имеется в наличии. Классная новинка – восстанавливающий крем для рук Алоэ Вера. Я, в принципе, люблю все, что связано с алоэ, потому что этот продукт благоприятно влияет на кожу нашего тела. Что про этот крем можно сказать? Что это легкая формула, легко впитывается, увлажняет. И в состав входит сок алоэ, масло ши, глицерин и масло сладкого миндаля. То есть уже только по описанию я понимаю, что крем будет замечательный. Обязательно возьму себе попробовать. А если у вас есть бумажный каталог, то смело можете потереть страничку и понюхать этот вкусный зеленый аромат. Замечательно. Далее мыло. Такое мыло у нас уже было. Кстати, оно многим очень нравится. Хотя мыло простое, ничем особенным не выделяется. Обычная упаковка, обычный кусочек. Ничего особенного в его аромате, какой-то цветочный аромат. Но по качеству мыло классное, поэтому его многие с удовольствием берут. У меня есть клиент, который взяла его один раз, и теперь, когда он со скидкой, всегда заказывает несколько кусочков. Супер предложение на гели для душа. Всего по 99 рублей, серия Discovery. И вот такая вот классная мочалка-варежка. Петелка у нас так внутри прячется. Я себе заказала такие мочалки две. Пользуюсь ими регулярно на протяжении всех вот месяцев, когда она у нас появилась. Смотрите, какая она классная. Толстенькая, пухленькая, очень хорошо вспенивает любой гель. И я одеваю сразу на две руки варежки, рукавички. И получается шикарное просто мытье, скрабирование и тонизирование кожи. Мне очень нравится. И все гели прикольные, вкусненькие. Выбирайте тот аромат, который вам ближе. Кто-то любит более свежие, кто-то сладкие. Но я перепробовала их все и с удовольствием чередую то один, то другой. Здесь у нас замечательное предложение на средства для интимной гигиены. И обратите внимание, у нас есть освежающие салфетки. Это большая пухлая пачечка, всего 149 рублей. Кто-то скажет, это дорого. Салфетки можно купить и за 15-20 рублей влажные. Но там будут малюсенькие салфеточки с каким-то не очень вкусным ароматом, и с ними толком ничего не сделаешь, только что-то маленькое протереть. Здесь же большая салфетка, такая прям объемная, хватает намного, надолго, она очень качественно пропитана, то есть там много-много в ней всего суперского. Я вот регулярно заказываю себе наши салфетки, особенно люблю их брать в дорогу, удобно, можно прям искупаться этой салфеткой. И два средства для интимной гигиены. Одно у нас идет с орхидеей, второе с алоэ, с экстрактом алоэ. Здесь у нас супер предложение по мега выгодным ценам. Посмотрите, какие скидки. Средства для лица. Обращаю ваше внимание на защитный крем-флюид против пигментации. SPF 35, достаточно высокий фактор. Многие ищут сейчас именно кремы с высоким SPF, чтобы защищать свою кожу. И вот как раз далеко ходить не нужно, уже на 12 страничке нас ждет такой чудесный крем. И прикольная сыворотка для лица. Она подходит для всех типов кожи. Тоже пробовала такую сыворотку. Она мне понравилась. Ласковая, нежная сыворотка. Прекрасно увлажняет кожу и помогает усиливать действие крема. И как раз здесь вот крем под эту сыворотку подходит. И обращаю ваше внимание на матирующий крем-флюид. У кого очень жирная кожа,
и вы мучаетесь летом, закажите себе такой крем, и ваша проблема станет менее заметной. На этой страничке у нас предложение по туше. Это тушь с очень интересной кисточкой. Не подумайте, что кисточки две. Нет, она одна, но у нее два колпачка. И когда мы вынимаем нижний колпачок, она у нас такая набивная, дает объем. А если мы раскручиваем и вынимаем через верхний колпачок, больше снимается туши, то есть она остается внутри. Кисточка выходит более такая обнаженная, не такая набитая тушью, и это дает длину. Поэтому тушь очень интересная, я себе несколько раз тоже такую заказывала. Ну, прикольная, рекомендую, прям попробуйте, а если не брали. Очень рекомендую стойкий карандаш-подводка для глаз, я его называю Линер. Он выглядит как фломастер, им чудесно можно рисовать стрелки любой длины, любой толщины. И он так удобно вот в руках у нас вращается. Даже покажу вам свой старенький карандашик. Я его оставила для того, чтобы пока демонстрацию делать. Он уже подсох, поэтому ну, не покажу его во всей красе. Да, он совсем сухой стал. Просто обратите внимание, какой острый кончик, прям остренький. И за счет этого, если мы еле прикасаемся кончиком, стрелка получается тонкая. Если нажать чуть сильнее и изменить наклон, то стрелка получится более жирненькая. Поэтому я считаю, что этот линер самое лучшее решение для тех людей, которые любят рисовать стрелки. И он не растекается. В нем можно плакать, смеяться, купаться, попадать под дождь, и стрелки останутся на месте, никуда не сдвинутся с места. А такую подводку я не пробовала, поэтому молчу. Супер классное предложение на помады. Кстати, у меня в этой серии есть несколько помад, я забыла взять, чтобы пока продемонстрировать этот оттенок. Люблю эту помаду, мне нравится, как лежит на губах. У нее шикарный, просто, ну не шикарный, но приятный дизайн, конечно, не сравнить с серией Giordani. Дизайн достаточно прям привлекательный. И помада по качеству обалденная. И также жидкая помада Mousse, тоже рекомендую. Красивые губы, они такие прям, как сказать, привлекательные. Такие губы прям манят к поцелую. Они просто шикарные становятся такие, игривые шикарные губки. Серия Giordani Gold нас радует скидками. И самые лучшие помады, конечно, мне очень нравится и упаковка, и начинка помады. Так, вам показываю изысканный бежевый. Нет, это другой цвет. Чарующий кофейный. Вот, чарующий кофейный. Где-нибудь вот здесь будем пробовать помады. Так, надеюсь, видно хорошо. Вот такой светленький оттенок один. Есть у меня еще такие помады. Это код 48. Очаровательный пионовый. Вот такой очаровательный пионовый. Кстати, обожаю эту помаду, особенно зимой ей пользуюсь постоянно, потому что кожа бледная, и помада так гармонично смотрится на лице. 77-я у нас помада, утонченный розовый. Вот утонченный розовый. Красивый цвет. Он такой более натуральный оттенок. То есть в нем нет яркости, какой-то наигранности, как бывают некоторые помады с лиловыми, сиреневыми подтонами. А это такой прям приятный цвет. Я из-за этого люблю эту помаду. А с другой стороны, у нас матовая помада и моя любимочка чайная роза. Обожаю этот цвет. Ох, сразу только дотронулась, уже она во всей красе показывается. Шикарный оттенок. Когда закончится, сразу закажу себе точно такую же помаду, потому что я ее обожаю. Она вот на все случаи жизни подходит. На этой страничке нас ждет чудесное предложение от Giordani. Объемная основа под тушь. Я, кстати, пользуюсь ей уже несколько месяцев. Даже она уже у меня не кипельно-белая, потому что бывает, что стрелки, когда крашу, или тени на реснички осыпаются. Мне нравится эта база, потому что она дает эффект такой, что тушь, во-первых, туши нужно меньше телодвижений, и по ресницам, окрашенным уже базой, тушь ложится так классно, что они более объемные, лучше подкручиваются. Я в восторге от этого средства. Я не знаю, если вы еще не взяли, берите с удовольствием, прям при этом, что такой ценник классный. И эту тушь тоже хвалю, она классная, тем более это Giordani, у нее дизайн шикарный. И румяна в шариках. У меня оттенок, сейчас скажу, естественно, сияние. Вот так они, крышечка просто откручивается, и это радует, потому что раньше, когда у нас крышки так открывались, я ее постоянно ломала, а это просто открутили. Этим румянам, наверное, года два. Смотрите, какой у них маленький расход.
То есть их хватает на несколько лет, и даже зачастую еще их остается много, но уже выходит срок годности, я их выкидываю и покупаю новую баночку. Но пользуюсь с удовольствием, то есть кисточкой мы вот так вот. Вот кисточку, кстати, захватила показать. Вот так, кисточкой мы набираем. Получается, что смешиваются все оттенки на кисти и потом выкладываем на щечки. Ну, так не видно, конечно. Ну, румяна крутецкие просто. Даже такое слово применю, потому что они правда крутые. И я всегда говорю, у каждой девушки должны быть румяна Giordani Gold в шариках. Про ароматы буду рассказывать совсем чуть-чуть. Покажу несколько ароматов. Но все же рекомендую брать тестеры и пробовать, потому что мое мнение, оно может быть одно и совершенно не схожим с вашим, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Покажу упаковку мини-парфюмов, они по 30 мл, серия Memories. Очень удобно брать с собой в дорогу, то есть небольшой формат, классные флакончики. Это туалетные воды, они не будут мега стойкими, но зато они вас порадуют своими яркими оттенками, очень нежные, вкусные. Такие вот тут даже можно страничку потереть. И как вкусно. Это... Они все такие цветочные, но при этом вкусные. Вот это, кстати, очень вкусно пахнет. Тут мякоть абрикос, роза, пролине, да, такие вот, ну, привлекательные составы. Да, читайте состав, смотрите, какие нотки вам нравятся, и выбирайте себе аромат. Шикарные скидки на дезодоранты по 99 рублей. Давно не было такой цены. У меня как раз вот, я пользуюсь в последнее время вот этим Люсия дезодорантом. Просто классный дезодорант. Но для меня слишком много выходит средств. Может быть, такой шарик попался, слишком неплотно стоит. И я промакиваю салфеткой. То есть я наношу дезодорант на подмышечную впадину, промакиваю салфеткой, потом уже одеваюсь. Иначе очень долго его сушить. Никаких у меня нареканий нет. Все классно, мне нравится. Грязненький маленько флакончик. Уже почти заканчивается. Скоро буду новый себе приобретать. Так, прикольный аромат от Димы Билана. Есть у нас мужской аромат «Лидер», уже заканчивается. Кстати, если он сначала нам не очень понравился, то буквально на второй-третий день я так принюхалась, а в нем такие нотки прям мужественные, приятные. Он стойкий, и он огромный, 100 мл. Уже много Миша им пользуется, и вот его еще много здесь. Хороший аромат. И такая цена классная. И он в коробочке приходит, то есть, ну, суперский. Так, мужские средства для лица. Девочки, заботьтесь о своих мужчинах, чтобы они были красивые и ухоженные тоже. Заказывайте для них средства по уходу. Смотрите, пена и гель тонизирующий для лица. Многие мужчины именно пользуются только гелем, не любят пены. Поэтому смотрите, какой у нас хороший выбор и шикарный ценник. Специально заходила в магазин посмотреть, сколько стоит пена. От 350 рублей в рубль-буме. Так, мужские ароматы на любой вкус. Кстати, мужские мне так нравятся. Вот эта парочка мне понравилась. Я, правда, себе не заказала уже из-за того, что просто настолько много ароматов, что выбираю прям такие, которые меня просто сведут с ума. Зато у меня еще позас есть. Правда, я им сейчас не пользуюсь. Для лета он для меня тяжеловатый, поэтому вот капелька осталась. Очень красивый флакон. Шикарно. Вот эта змея тут переплетается вся. Даже не пойму, у нее... Где-то тут голова свисает и хвостик. Очень красивый, очень вкусный, стойкий, сексуальный аромат. Просто бомба. Далее есть аромат у меня в форме розы Валяре. Я вот честно купила его даже просто из-за дизайна. Аромат мне тоже нравится, но он у меня не очень ходовой. Я им пользовалась зимой. Для лета он слишком для меня сладковатенький, но есть только на вечер. Но мне так нравится упаковка. Боже мой, это же надо такое придумать чудо. Еще у меня есть аромат. Вот такой был Зеван, обалденный. Прям вот хочется его повторить. И есть у меня Экламон парфюм. А, Экламон парфа. Вот как называется правильно. Вот это тоже интересный аромат, стойкий, очень вкусный. Я когда им пользуюсь, за мной просто ходят женщины и спрашивают, чем от вас пахнет. Он такой вот прям вот незабываемый, он шлейфный, очень богатый букет у аромата. Мне нравится, тоже я им пользуюсь, когда более прохладно на жару. Я выбираю такие полегче ароматы, какие-нибудь с нотками зелеными. Кстати, у меня есть аромат с жасмином. Ландыш, жасмин и белый мускус. Тоже яркий аромат. Свежий,
несмотря на то, что такие цветы, вроде бы, да, по аромату они все тяжелые, но все в сочетании они очень легко и бодренько звучат, и даже подходит на лето такой аромат. Так, дальше. А вот этот аромат, он тяжеловатый. Ну, по крайней мере, на мой вкус. Вы можете потереть страничку или заказать пробник, чтобы оценить аромат. Но для меня он тяжеленький. Я его маме подарила. Закажите обязательно себе пробники новинок, чтобы уже заранее их поносить, попробовать, как они будут вам понравиться или нет. А вот эту штучку прям рекомендую с удовольствием. Это парфюмированный спрей для тела Love Potion Soul Temple. Темптин. И что я хочу про него сказать? Его наносить можно просто после душа, на все тело распылить, и тело будет просто очень вкусно пахнуть. И классный флакончик. Он хоть и пластиковый, но, кстати, его удобно зато с собой взять куда-то. Значит, не разобьется, и легкий-легкий флакон. Кстати, идея, может быть, его с собой взять в поездку. Так, двигаемся дальше. Тут нам, пожалуй, мы не будем останавливаться. Выходит у нас... Вернее, постоянно обновляется серия Hair X, и появился вот шампунь для жирных волос, смотрите, есть у нас. Шикарная линейка для разного типа волос, по 400 мл, кстати, это очень-очень большой объем. Посмотрите, это офигенно выгодное предложение, я хочу сказать, я только сейчас увидела. Потому что обычно наш шампунь 250 мл стоит 199 рублей, вернемся сюда, обратите внимание. 199 рублей и 259 всего-навсего. Я обязательно закажу восстанавливающий шампунь. Я его люблю больше всех. И шампунь Климат Контроль. Вот он по 199 рублей. Как раз держу в руках то, что получила совсем недавно. В новом каталоге еще только вышел он. И сейчас продолжается акция. Еще не распробовала этот шампунь. Видите, у меня все запечатано. Завтра буду только пробовать, и тогда уже смогу рассказать, даже отдельный обзор запишу про эту серию. Можете найти его потом на моем канале. Так, здесь у нас все продолжается. Кстати, по поводу шампуней, вообще в целом серия, которая активирует рост волос, укрепляет волосы и борется с выпадением волос, реально работает. Вот честное слово, сама пользуюсь этой серией периодически. Единственное, в чем загвоздка, нужно регулярно пользоваться тоником. Его не нужно смывать, но нужно не забывать пользоваться им регулярно, тогда будет эффективнее в несколько раз эта вся серия. Роскошная краска для волос. Просто очень хорошо напитывает волосы. Краска содержит масла омега-3, масло льна, поэтому волосы, конечно, очень ухоженные после такого окрашивания. Есть у нас средства укладочные, тоже проверенные. Средства хорошо работают, они эффективные, они легкие, приятно пахнут. Тут у нас классные расчески. Я вот такую расческу взяла для начеса, меня все спрашивают, зачем она тебе? Ну, знаете, иногда бывает, что пользуюсь, макушечку там приподнять. Но она мне, в принципе, просто понравилась, как расческа классная. Так, средства для солнцезащитные. Рекомендую, обязательно пользуйтесь средствами. Вот, кстати, забыла взять, флакончики не донесла. Взяла только из ванной, то, что стоит в ванной, средство автозагар. Парочку раз я им попользовалась в этом году, пока еще совсем была бледная, синенькая. Очень нравится это средство. Такой загар смотрится, вот просто как естественный, натуральный бронзовый загар. Супер просто. По поводу средств. На них написано, что они водостойкие, но нужно обновлять после того, как вы искупались. Недавно прям была история, мы заехали в гости, а наши друзья только приехали с пляжа. Обгоревшие немножко, поджаренные такие. Я говорю, а вы не пользуетесь разве солнцезащитными средствами? Они говорят, нет, пользуемся. То есть они у меня заказывали такую пятнашечку еще в прошлом году. Но что они сделали? Они приехали на пляж, намазались и сразу кинулись купаться. Естественно, что средство даже еще не успело впитаться и не успело поработать. Как правильно нужно пользоваться? Нужно намазаться средством за 15 минут до выхода на солнце, чтобы средство успело впитаться и начало свою работу. После того, как вы искупались, побултыхались в водичке, нужно освежить средство тонким слоем.
тогда вы никогда не сгорите. Ребят, у меня были эксперименты, когда я загорала целый день на пляже, и я слегка освежала просто этот крем. Ни разу за всю свою жизнь я не сгорела с этим кремом. Просто сразу ложится красивый, ровный загар, несмотря что здесь всего лишь пятнашка. Просто нужно его освежать через некоторое время или сразу после купания. Поэтому следите за этим. Очень вредно обжигать кожу. Ничего в этом нет ни красивого, ни полезного. Так, далее. Здесь все средства для пяточек, для наших ножек. Кстати, люблю вот эту пилочку для пяток. Она так удобно изогнута. У нее большая площадка, что позволяет очень хорошо проработать всю пятку. То есть даже видно на картинке, что у нее широкая лопаточка. Так, дальше. Роскошный скраб для тела. Swedish Spa, уже, наверное, вторую банку заказываю. Я считаю, что этот продукт... О, как его открыть? Вот, открыла. Этот продукт роскошный. Вот от слова роскошный, действительно. Потому что и аромат, и качество, и какая кожа после него становится классная. Поэтому рекомендую всем заказывать смело. Продукт реально очень крутой. Я бы его приравняла к салонной процедуре, потому что когда вот прихожу в спа-салон и делают разные там массажи, скрабирование, обертывание, эффект получается такой же, но только там стоит 3000 за раз. Здесь стоит 499 рублей банка объемом таким приличным 200 мл, хватит на много раз, и будете просто кайфовать, кайфовать. А, так, по поводу серии для депиляции, тоже пробовала все. Но мне не очень удобно, потому что я предпочитаю все-таки либо станок, либо эпиляцию такую вот, да, депиляцию полную. По поводу станков, мне они не очень понравились, не знаю, не совсем комфортные, поэтому я их повторно не заказываю. Брала вот один раз, но недовольна. Так, это у нас все для ротика нашего, да, для зубов, детская зубная паста вкусненькая, щеточки и детская серия. К сожалению, детских продуктов у нас очень мало, выбор небольшой, поэтому особо-то и рассказать нечего. Классное мыло, смотрите, в красивых упаковочках у нас идет нежный букет, то есть прям подарочная коробочка и маскарад, прям супер подарки, потому что остальные все идут просто в бумаге, в такой специальной для мыла. А эти два мыла оформлены, ну, бесподобно. Такая красотища, можно смело дарить кому-то. И по качеству наше мыло всегда на высоте. Так, серия с папайей у нас тоже есть. Ну, не взяла показать. Понравилось. Мягкий, приятный уход и при этом чудесный аромат. Роскошный, я бы сказала, аромат. Так, и серия алоэ, алоэ вера и кокосовая вода. У меня есть только маска из этой серии, которую я с удовольствием уже протестировала. И я в восторге от этой маски. Она такая прозрачная для нормальной кожи. То есть маска гель и скраб. Можно и так пользоваться. Бесподобный аромат. Кожа нереально классная после этой маски. То есть она и напитанная, и очищенная. Поры все стянутые получаются. Ну, прям классная. И тут линеечка расширяется, да, тут есть и для глаз, и очищающий, то есть тоник и крем. Нет только очищающего средства. Так, далее, серия с овсом. Кстати, маску забыла. Маска питательная для сухой кожи. Аромат бесподобно вкусный. Маска напитывает кожу роскошно, она прям вот разглаживается. Вся как будто вот, ну, покормите свою кожу уже наконец-то, возьмите наши маски и делайте их почаще. Часто спрашивают про осветление кожи. Ксерия реально работает осветляющая. Пигментация осветляется заметно. Некоторые пятна полностью удаляются. Но нужно время, чтобы эта серия дала результат. И, конечно же, когда сейчас такое активное солнце, жаркое, то надо защищать, то есть если вы пользуетесь этой серией, то сверху еще нужно на солнце выходить только с высоким солнцезащитным фильтром, потому что иначе будут новые пятна появляться. Антивозрастная серия достаточно там прям хорошенькая. Тут такой большой ассортимент всего, что я могу сказать. Мы пользуемся мицеллярной водой, этот продукт у нас постоянно дома, всегда есть.
Мы пользуемся, кстати, такой крем. Мне понравился мультизащитный. Ну, благо, чтобы он был на складе, потому что его разобрали, по-моему, как только он вышел в первую неделю каталога номер 7, и он так и не появлялся. Надеюсь, он у нас скоро появится, потому что крем интересный тем, что, во-первых, удобная дозировка, удобный дозатор и высокий солнцезащитный фильтр 30. Роскошный отшелушивающий скраб. Ну, конечно же, сейчас многие начнут пользоваться новинками, потому что это интереснее, и дизайн классный у этих новинок. Но этот скраб очень похож на тот, который был в серии Novage в розовой упаковке. Очень достойная замена. Глубоко прям отшелушивает клеточки, все поры очищает. То есть мне нравится. Прям классный. Салфеточки матирующие рекомендую всем, у кого жирная кожа. Одной салфетки достаточно, чтобы все лицо промокнуть, убрать весь блеск. И получается, что вы не снимаете макияж этой салфеткой, а просто собираете весь жир, а макияж начинает смотреться, как будто вы его только сделали. Ну, это разве не круто? Так, покажу вам триммер. Есть у меня такая штука. У меня, правда, еще он очень старенький, но он точно такой же, как и здесь. То есть вот такой триммер. Роскошная штучка для того, чтобы убрать нежелательные волосочки. Где-то, да, мелкие какие-то. Подлезть везде можно. То есть очень хорошая вещь. Пользуюсь им уже много-много лет он у меня. И благо, да, все время работает на ура. И у него небольшой ценник, потому что в магазинах такие товары стоят гораздо дороже. Так, пользовалась как-то вот такой маской. Брала ее, наверное, 2 раза за все время. Она дорогая, правда. 1000 рублей за маску, вау. Но она классная просто. Это серия Eco Beauty. Она, в принципе, натуральная и сертифицированная организация EcoSort. Это просто обалденно. Просто. И рекомендую. Если есть возможность финансово, берите, не экономите. Так, про эти серии рассказывать много не буду, потому что это отдельное видео. Есть по сериям, как подбирать, какой уход и так далее. Так, и у нас есть крем для рук интенсивный, антивозрастной. Я пользуюсь. SPF 25. Мне прям крем нравится. Сейчас покажу, какой он. То есть немножечко так выдавлю на руку. Я довольна. Он, конечно, дорогущий, но он классный. Вот сейчас, когда такая жара и лето, вот, чтобы такие вот пятнышки не появлялись на руках, ну, жалко, конечно, они все равно появляются с возрастом, но крем мне нравится бесподобно. То есть он прям кожу разглаживает, она такая мягенькая, пахнет он вкусненько. И есть у меня вот такой пилинг обновляющий для лица. Мне кажется, здесь товары перепутали местами. Пилинг побольше, это средство поменьше. Ну нет, не перепутали, все правильно. Смотрите, что делает этот пилинг. Он обновляет кожу. Его можно наносить на 20 минут. Это как салонная процедура. Абсолютно безопасный пилинг, который подойдет для всех типов кожи. Вот кому нельзя всякие скрабы там, да, и так далее. Он очень мягкий и очень нежный. То есть там идут кислоты, которые обновляют кожу, отшелушивают эти клеточки без механического повреждения. И, конечно, это роскошь. Я прям пользуюсь с удовольствием. Масочку не показала. У меня есть на канале все видео, как я эту маску наносила первый раз. Какой эффект, мне очень понравилось. Маска, конечно, огонь. Так, про Novage пролистывала. Самые наши бомбические серии все. Просто надо, да, брать и пользоваться. И у нас вышла вау-новинка. Это комплекс с морским кальцием и витамином D. Ученые доказали, что кальций не помогает никак, то есть как сказать-то, сейчас скажу, как правильно. То есть если его употреблять без витамина D, то он не эффективный абсолютно. Поэтому, да, нужно в этой баночке все по-умному, все с витамином D и так далее. То есть, да, нам нужно обеспечить себе красоту, здоровье благодаря этим продуктам. Продуктом wellness мы это можем делать с вами легко, и себе, и деткам нужно брать. Так, все продукты
аксессуары пролистываю. Тоже есть отдельное видео практически о каждом продукте. Вы можете у меня на канале посмотреть, потому что это долго рассказывать, но смысла нет, потому что нужно посмотреть, какой размер, как это выглядит. Кстати, я влюбилась в эту сумочку, сразу ее себе выписала в первом же заказе, когда только она появилась. Какая она классная, все-таки вообще супер. АЗ-крем. В нашей семье его полюбили все, и дочка, и я, потому что он реально классный, и я его рекомендую, и на лето он очень хорош, потому что он устойчив к поту, у него высокий солнцезащитный фактор, у него очень легкое покрытие, он как барьер от внешней негативной среды, и мне он очень нравится, такой тонкий, уютный тюбик длинненький, 30 миллилитров, поэтому прям рекомендую, берите смело. Здесь у нас средство для губ и для ресничек. Кстати, для губ забыла взять, таким всегда пользуюсь, прям вот регулярно, только заканчивается, я достаю новый. И мне очень нравится гель для кондиционер для ресниц и бровей. Я им пользуюсь для ресниц, когда загрязняется щеточка, ну, потому что все равно туда что-то попадает, я его уже перевожу для бровей. Беру себе чистенький. Ну, достаточно быстро он загрязняется, поэтому я постоянно его использую, отдаю на брови, потом новый тюбик и так далее. Что мне в нем нравится? Заметно укрепляются ресницы. Они становятся более толстенькие и потемнее. Не выпадают. То есть ресницы значительно становятся гуще. То есть восстанавливаются, как они были с молоду. Но пользоваться нужно просто регулярно. Так, что у нас на этой страничке? Мой любимчик, хайлайтер у меня есть, могу вам показать. Почему любимчик? Потому что у него невероятно красивый оттенок. Смотрите, у него розовый, розовенький подтон такой. Он сливается с кожей, становится незаметным. И вот эти перламутр такой вот светленький, он действительно освежает кожу. Потому что как-то у нас был хайлайтер золотистый. И он ужасно старит кожу. Я его просто даже не стала использовать, потому что лицо как каким-то вымученным выглядит. А вот с этими розовенькими частичками кожа освежается и выглядит совершенно молоденькой, такой хорошенькой. Поэтому тюбика хватает невероятно надолго. Я прошлое лето все им пользовалась, всю зиму, осень, весну. И сейчас, то есть я его постоянно использую. И он, наверное, бесконечный, потому что, ну, 30 миллилитров, но его нужно прям капелюшечку. А очень мне нравится пудра серии The One. Мне не нравится их упаковка, как я всегда говорю, упаковка ерунда полная. Но по качеству хорошая пудра. То есть она такая шелковая, она приятная. Она приятная, хорошо наносится. Ее можно плотным слоем, легким слоем сделать. Я всегда использую кисти. Я даже вот выкидываю сразу губку. Я для пудры использую кисти. То есть наношу кистями, потому что так лучше она распределяется по коже. Так, что еще вам рассказать с этой странички? Пожалуй, пойду дальше. Покажу вам тени, матовые тени. Давайте вот какой оттенок. Вот. Рыжий покажу, потому что мне эти тени нравятся безумно. Я их просто обожаю. Смотрите. Я сейчас нанесу, в процессе они впитаются, высохнут, и вы посмотрите, какой тон. Кстати, у меня закончились тени уже, прям ничего не было. Я вынула вот этот защитный специальный пластиковый такой барьер стоит, чтобы вынимать кисточку и снимать лишнюю тушь, ой, тени. Но я вынула, и там оказалось еще огромное количество. Но единственное, что вот он мажет немножечко, но зато еще хватит, не знаю, насколько. Вот так, не очень удобно, конечно. Смотрите, они полностью высыхают, становятся матовыми. В самом начале их можно так друг с другом смешать тоже кисточкой. Получается очень красивый макияж, и он стойкий. Можно также сверху использовать сухие тени, например, давайте возьмем кисть, и они будут служить базой, то есть светлая вот эта основа, она может служить базой под тень. Например, беру тени, сверху наношу, и тени как бы впечатываются сразу, и получается очень стойкий макияж. Вот, например, с основой тени и отдельно без основы. Смотрите, совсем разный эффект получается. Здесь они намного темнее, более насыщенный цвет получается, а если без базы, то более светлый оттенок. Хотя тоже очень красиво. Так, закрывать не буду, потому что сейчас нам тени эти пригодятся. Тушь. Есть у меня тушь как раз для демонстрации.
термостойкая, подкручивающая. Посмотрите, у нее какая малюсенькая микрокисточка, но она супер прокрашивает реснички. И объем, и длина, и самый крутой эффект от этой туши, то что она смывается просто теплой водой. Она снимается с ресничек, как одежда. Никаких разводов, ничего не размазывается. Вы просто ее смоете, как одежку, и она никак нигде не отпечатывается. Моя любимая тушь 5 в 1. Она идет в такой праздничной упаковке. Очень черная, да, мега насыщенный пигмент. Обалденная, удобная кисточка у этой туши. И я ее люблю больше всех. Мне нравится несколько тушей в Oriflame, но это всегда у меня номер один. Лидер номер один. Всего 219 рублей. Классная цена. И вот как раз эти тени. Я вам покажу праймер. Потому что с праймером тени лежат круче в несколько раз. Так, вот сюда праймер. Наносим праймер. Смотрите, у него такой легкий тон есть у праймера. Но он практически становится незаметен. Мы его вот так распределяем. Я прям пальчиком распределяю на веках. И можно сразу работать тенями. Давайте возьмем какой-нибудь другой оттенок. Например, посветлее сначала. Вот здесь у нас праймер. И мы наносим, например, такой светлый тон в уголочек глаза. Потом берем более темный тон. И вот на праймер они ложатся круто. Это шикарная база, основа для того, чтобы сделать макияж более эффектным. Смотрите, как классно. То есть такие переливы, тушевка по праймеру замечательная. Просто красота. Вот, супер. Поэтому праймер нужно брать. Тюбик большой, хватает его очень-очень надолго. Шикарная база и основа, и закрепляет тени. Вот тени в такой вот... приходит отдельно, тени Refill, и мы берем отдельно палеточку. Вот такая большая палетка. Можно менять тени на магнитиках. Вот в эти дырочки просто иголочкой мы можем вынуть эти тени, они вылетят и вставим другие. Например, да, заходите поменять палитру на лето, на осень. Да. Я надеюсь, что будет еще увеличиваться количество цветов, потому что здесь, конечно, выбор не очень большой. Хочется больше теней, больше оттенков. Так, что здесь на этой страничке, в принципе, даже нечего показать. Поэтому двигаюсь дальше, ничем не пользовалась. Самые лучшие лаки в Oriflame, это вот именно эта серия The One. Самые роскошные, действительно быстро сохнут. Достаточно один слой нанести, даже самые светлые лаки в один слой очень красиво смотрится. Долго держится на ногтях. А если еще и сделать сначала базу, а сверху закрепитель, то с лаком ходим спокойно неделю, балдеем, потому что это ну, суперский просто лак. И огромная палитра оттенков. Так, здесь у нас представлена целая серия по уходу за ногтями. Я скажу мое любимое средство номер 3. Под номером 3 у нас укрепляющее покрытие для ногтей. И я его использую и как укрепление, и как база под лак. Мне нравится. Так, и вот против ломкости средства, оно мне нравится тем, что его можно наносить просто без лака. То есть никакого лака, он сам смотрится, как будто бы уже у нас ногти красиво накрашены. Так, далее, чем я пользуюсь? Очень люблю четырехстороннюю пилку для ногтей. Наши кисти все роскошные, я вам уже показывала, кисть в форме сердца, видите, у нее как будто как сердечком сделано. Она такая приятная, просто классная. И я ей пользуюсь, видите, тон ей наношу, очень удобно и для тона, или можно использовать ее для пудры, для румян. То есть, в принципе, кисть ну, просто красивая. Просто красивая, очень качественная и функциональная. Поэтому я рекомендую. Кисти наши мне все нравятся. Они роскошные. Еще бы я вам порекомендовала шелковый тон флюид. По качеству очень понравилось. И она делает лицо, как будто это уже с пудрой. Уже не нужно пудру наносить. Тонкий слой роскошно лежит на лице. Я тоже ее часто заказываю. И очень нравится мне вот эта кисть для тонального средства. Никакие спонжики, ничто не сравнится вот именно с такой кистью. Так, эти средства не пробовала, поэтому пролистываем дальше. Так, что здесь? Рекомендую щипчиками пользоваться. Ресницы становятся такие сразу уложенные. И по ним тушь ложится лучше.
Так, здесь умеренько такое, без скидок. Новая серия у нас выходит, она будет называться On Color. Обновились румяна, пудра. Я еще пока ничего из этого не пробовала. Новые тональные средства. Это, конечно, серия такая молодежная, доступная по ценовой политике. У нас появляются консилеры в стике, очень удобно, кстати, в виде помады. Новые карандаши для глаз, двухсторонние, что тоже очень удобно, для губ. В новый дизайн, но я так почитала, цвета оставили для губ те же самые. Тушь в новой упаковке такая дерзкая. Мне нравится сочетание желтого с черным. Очень эффектно. А по поводу помад, у меня на канале есть тест-драйв всех пробников. Да, все, мы перепробовали все эти помады. Мне понравились по цветам. Выбор обалденный. Нюдовые оттенки все роскошные. То есть выбирайте на свой вкус. Можно заказать пробники. Сначала попробовать, потестить, а потом уже заказывать помаду. Обратите внимание на акцию, что при покупке двух цена каждой снижается. Всего будет 129 рублей. Косметичка модненькая, такая стильная. И что у нас на десерт? На десерт у нас из серии Love Nature несколько продуктов по мега ценам, всего по 119 рублей. И мне очень нравится губка, вот эта желтенькая губка для очищения кожи. Рекомендую ее всем. Шикарно смывать маски, умываться с ней. То есть на нее можно капать гель, умываться, снимать любые маски с ней намного эффективнее. То есть, ну, средство супер. Все, мы попробовали. Да, масочку я вам продемонстрировала. Маска есть с чайным деревом. Это маски-скрабы. И то, что очень удобно. А что у нас здесь? Очищающий крем, гель из... этих средств нет. Это очищающие средства, поэтому, да, ну просто показала вам упаковочка, какая у них прикольная. Вау, какой хороший, классный каталог. Прям много новинок, это радует. Такая динамика в каталоге летняя сохраняется. Есть что заказать, есть что предложить клиентам. Поэтому всем рекомендую внимательно посмотреть. Определиться заранее с заказом и делать заказ в самом начале каталога, пока все есть на складе, потому что у нас аппетиты большие, и я стала замечать, что бывает очень часто, что на первой неделе каталога уже какая-то продукция быстренько заканчивается, и это, конечно, печально. Вкусных вам покупочек, комментарии пишите под видео. Если хотите оформить дисконт, заполняйте анкету, которая тоже под видео в комментариях, и желаю вам всем классного лета, солнечного, энергичного. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.